хочу вам остановить внимание. Вот как-то, наверное, каждый человек, ну, собственно, по там представлениям кармы, да, там каждый выбирает, и, собственно, это определяет его конечный, ну, или завершающий момент его жизни, ну, данной жизни. Да, и поэтому от поступков, собственно, зависит. И каждый выбирает, то, как ему жить. Да, и то, его место, в общем-то, там кто-то идет в политику или еще в какие-то другие сферы. И вот здесь такой сложный момент местоположения художника. Потому что замыкаться в такой башне из слоновой кости, то все-таки он творит для того, и раз он что-то выносит на суд, значит, он коммуницирует, да? Значит, он ждет ответной реакции, там, ну пусть условно, но ответная реакция все-таки ожидается. На самом деле, оказывается, если ты движим какими-то очень глубинными своими импульсами, да, то тогда люди все-таки это распознают. Каждый человек вправе там выбирать, как ему в этой жизни действовать, но мне кажется, что зло, оно же не абстрактно, оно не существует как-то вот вне нас. Зло, оно, как и добро, и зло, оно существует в нас, собственно. То есть, оказывается, очень просто. Вот не совершай каждый из нас злых поступков, да, и его вроде как и не будет, получается, да? Потому что, ну, откуда же оно возьмется? Если сейчас не распространяться на эту тему, а вот касаться именно моего творчества и что я при этом ощущаю, то я мог бы привести просто из одного, ну, в книге отзывов, один такой отзыв одного из зрителей. Это, в дальнейшем я поясню, что я имею в виду. Да? Большое спасибо за минуты вдохновения и душевного подъема. Вот это для меня, например, очень комплиментарно. И самое главное, что это определяет, в общем-то, мое кредо, наверное. То есть, если хоть один человек уже на него я повлиял так, а не это, да, то есть я тем самым вот породил какие-то вещи позитивные, и для меня это уже достаточная плата, как бы, да, вот за то, что я пишу. Конечно, если кто-то еще и ну, для себя что-то находит в моих картинах, что хочет иметь их у себя дома, имеет такую возможность, то слава Богу, и мне это, конечно, приятно, потому что я знаю, что мои вещи все-таки приобретают люди, которые реально на них среагировали и хотят с ними. И я знаю, что я сам как-то закладываю, я не знаю сейчас, насколько это не какими там не измеришь приборами, да? Но вот я закладываю какую-то позитивную энергию сам. Я не люблю разрушительные вещи. И в искусстве я тоже стараюсь, вот в своем творчестве я стараюсь какой-то позитив закладывать. И, видимо, он, видимо, это сказывается. И поэтому, когда вот люди хотят быть рядом с моими работами, мне это очень нравится.